21-го, я уже упомянул, будет обращение Путина. Как думаете, с чем он будет обращаться к Федеральному собранию, ну и в целом к россиянам, а возможно и ко всему миру, поскольку он сейчас главный нарушитель мирового порядка и мирового спокойствия. Безусловно, все внимание приковано сейчас к войне в Украине. И ждать ли эскалации военных действий после его выступления? Ничего не изменится или станет на фронте легче? Как думаете? Ну, дело в том, что 90% любого движения, которое делает военно-политическое руководство России, оно направлено для внутреннего потребления. Потому однозначно это будет обращение к россиянам, к армии, может быть, к оккупированным территориям с определенными посланиями. То есть отчет за год проведенной войны, какой-то отчет будет, есть ему чем, в принципе, похвастаться. То есть и часть Запорожской области, часть Херсонской области, часть Луганской области, часть Донецкой области сейчас захвачены россиянами. Он там может подать как какие-то положительные моменты. Есть уже информация о том, что будет послание к дальнейшим действиям по интеграции этих территорий уже в тело Российской Федерации разными методами. То есть это как раз все будет направлено для внутреннего потребления. Могут быть поставлены еще и следующие задачи, то есть, допустим, движение по Запорожской области, оккупация Донецкой области, то есть дальнейшая оккупация Донецкой области, может быть, какая-то коррекция по Херсонской, все-таки не с правого берега ушли на левый берег. И однозначно именно в это время как раз и будет эскалация, однозначно она будет, даже будет он может даже отменить выступление, но те подготовительные действия, которые проводятся российскими войсками, говорят как раз о том, что однозначно будет увеличение давления. То есть завод россиян, увеличение количества войск до 400 тысяч практически на нашем фронте, подтягивание нескольких сот самолетов, вертолетов к линии фронта, это как раз говорит о том, что впереди эскалация однозначно в планах. Потому ждем, понимаем, откуда она будет, следим за этими всеми движениями. А уже будет она связана с заявлениями Путина или нет, но это уже для нас не важно, мы ее ждем практически на 100%. Да, просто тут интересно, что на 22 число, на следующий день, назначен такой большой шабаш музыкально-развлекательный в Лужниках, где будет собран там целый стадион, какие-то артисты, певцы и так далее. Путин приедет туда тоже что-то говорить, как в прошлом году, если помните, да, он в этом куполе стоял. Соответственно, к чему-то людей готовят. То есть какое-то мероприятие или будет объявлена некая условная там победа, я не знаю, может быть, завершение так называемой СВО, или наоборот. Наоборот, там масштабная мобилизация и вот этот тезис «Вставай, страна огромная», там «Священная война», мы все должны подняться, сплотиться, может быть, будут закрыты границы, а может быть и нет, там 140 миллионов, там они... Если даже 40 миллионов уедет, все равно они найдут потенциал по деревням и селам для того, чтобы живым мясом закидывать наши фронты. Все-таки вот это мероприятие больше настроено, на ваш взгляд, мы точно предположить здесь не можем. Все-таки это некая будет представлена маленькая победа, как большая. Или это настрой больше на новую войну, на большую войну, на вот, как они говорят, священную войну? Похоже, опять исходя из действий россиян, то есть они настраиваются на длительную конфронтацию с западным миром. Этот настрой уже понятен, виден, видна экономика, перевод экономики на военные рельсы, видны определенные оборонзаказы, которые они начинают располагать, видна трехсменная работа практически всех оборонных предприятий, выход на максимальную мощность тех производств, которые задействованы в оборонной промышленности. Однозначно Путин будет готовить и, может быть, как раз на этом мероприятии, так как вы и говорите, обозначит какую-то большую длительную дорогу на
по конфронтации с западной цивилизацией. Уже в каком, так сказать, в каком ключе он может это развернуть? Ну, мобилизацию нет смысла объявлять, она объявлена, ее никто не закрывал, она идет. Объявлять войну тоже нет смысла абсолютно никакого, так как в рамках специальной военной операции, которую они объявили, они выполняют боевые действия, объявление войны как таковой понесет за собой очень большие репутационные и экономические потери со стороны, допустим, которые будут включены в определенные моменты со стороны уже Организации Объединенных Наций, так как сама по себе страна, объявившая другой стране войну, она, войну в чистом виде, она тут же отсекается от всех связей с миром, причем это прописано в большинстве документов, потому однозначно войну они объявлять не будут, мобилизацию объявлять в принципе нет никакого смысла. А вот настроить на длительную, по крайней мере, конфронтацию однозначно будет. Это можно, это, конечно, лучше делать с их точки зрения вот на таких массовых мероприятиях, для того, чтобы такого рода настрой, он был с аплодисментами показан всем остальным 100 миллионам человек, которые иногда телевизор все-таки посматривают. Потому, наверное, все-таки это и такого рода действия будет.